как двигаться, как правой ногой ходить, так и левой ногой. Понятно? Да. Также вы можете раз через спину. Никто же вас не запретил, но вы чуть-чуть сместились. Влево-вправо, но это уже следующий вот, хотя бы научиться. Вот у вас два носочка. Правый, левый. И вы тогда не закружитесь. Вы или влево-вправо. Раз. И чем больше вы, тем вам интереснее, а партнер скачет там. Но партнер тоже тренируется приземлением. Оп! Опять, не абы как. Вы же гимнастов видели, оп! Если не приземлились красиво, то не защита. Они приходят. Все собраны, все приходят. И делают. Итак, попробовали сейчас между собой. Смотрите. Раз, два. Два движения. Красота. Раз, два. Ну, спинфронно держите, успешно. Ну, понимаете, попрыгайте как-то. Посмотрите, как он встает, и я вас научу уже вставать. С одной стороны пяток, пятки с одной стороны
встали и потом снова в круг сели. Понятно? Сели в круг. Только красиво встали, красиво добежали, красиво сели. Давайте за, ну, по красному татами, как раз будет круг красивый. Почти научились в круг садиться. И почему мне нужно пространство? Потому что я большой и мало чего-нибудь меня проведет. Теперь следующее упражнение. Я сел красиво, да? Сел. Раз, ножки выпрямил, потряс ножки, потому что мы не отдал. Потом посмотрите. И вот упражнение сейчас. Делали это? Да. Делали? Да. Итак, ну, раз. Я сейчас хочу просто принцип до вас донести. Мы берем одно упражнение, берем второе упражнение, и получается третье упражнение. Сейчас мы поделаем. Сейчас мы посмотрели. Да? А потом подвигались. Ну, попробуем. Ладно, ладно. Говори. Давай, один в одну.
разговаривайте. А где человек? Да. Вы же... Да, где? Давайте сейчас покажу. Обе, 8, и да, сейчас, Роман, я позвал. Вот я один, Один, вот я катаюсь. Но мне скучно. Я Роман. Роман, поиграй со мной. Мы уже друг друга понимаем, отстраиваемся. И нам скучно, для кого мы позвали?
упражнение, а потом Роман вам скажет. Одно упражнение. Я уже видел, вы его знаете, на самом деле. Сейчас красиво сели. Никого не красиво. Что же опять так сели? Ну ладно. Что? Итак, мы сейчас. Помосим. Упражнение дождь называется. Мосим тренажер. Нет. Дождь. И вот дождь давайте медленно капает. Медленно капает. Медленно капает. Тихо, слушаем дождь. И он сильнее начинает. Спасибо вашим тренерам большое. Спасибо.
А сейчас маленькие вам подарки. Во-первых, не вам, а вашей спортивной школе. Так, можно я сейчас скажу, да? Так, Максим. Я хочу вручить вот такой вот подарок вашей спортивной школе. Это книга, которую написал мой учитель Илья Цыбульский. Это известный спортсмен, ученый, видный деятель науки. Он написал книгу о своем тренере. Это Евгений Чумаков. Евгений Чумаков в этом году исполнилось бы 100 лет. Моему учителю в этом году 87 лет. Вот. Потом учителя вам могут как-то в какой-то свободной такой теоретической тренировке могут рассказать о Евгении Михайловиче Чумакове, прочитать эту книгу. Но вот эта книга очень интересная. Я дарю вашей спортивной школе и вручаю Максиму. Мурзилка, точно. А это Мурзилка, кто сказал? Вот, это Мурзилка, точно. Мурзилка уже много лет тоже занимается дзюдо. Поэтому он сегодня был на вашем занятии, привез вам журналы Мурзилка, которые мы сейчас вам подарим. Они что, советские? Вот, и Рейн вам говорит Мурзилка, и это передается также в музей вашей спортивной школы, и может быть будет как талисманчик. Так. Давайте, Влад, помоги мне, пожалуйста. Да, всем. Чтение. Да. Итак, журналы Мурзилка. Пожалуйста. А сейчас мы еще сделаем с вами памятную фотографию. Мы еще сделаем. Да, да. Это Мурзилка. Мурзилка это не просто персонаж сказочный. Это журнал, которому в этом году исполняется 97 лет. Представляете? Журнал Мурзилка ни разу не прекращал своего издания. А ты сестре отдашь, брату отдашь? Кому не подаришь?